Остались позади долгие часы тренировок перед важными соревнованиями, переживания на старте и ни с чем не сравнимые эмоции на финише. 60 спортсменов – это самый большой выпуск в Дюшсекар за последние 10 лет. В нашей школе вы действительно научились побеждать, добиваться поставленных целей, работать в команде, идти к успеху. Футбол, единоборство, полевая стрельба, легкая атлетика, баскетбол, плавание, прыжки на батуте и двойном мини-трампе. Тренеры спортивной школы ИКАР готовят спортсменов по различным направлениям. Выпускницы Анастасия Никулина и Ксения Кузнецова – первые в нашем городе обладательницы звания кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике. Художественная гимнастика дает очень многое. Это большой вклад в воспитание. Это даже какие-то черты характера, выносливость та же. Чтобы добиться почетного спортивного звания, девочки посвящали занятиям художественной гимнастикой все свободное время. Годы, проведенные в стенах спортивной школы, были непростыми, признаются гимнастки, но это того стоило. Он был удивительным, очень интересным, в каких-то моментах сложным, но очень насыщенный, увлекательный. И я буду всю жизнь, наверное, вспоминать и ценить это время. Свидетельство об окончании спортивной школы получено. Это значит, что у ребят есть все шансы сделать успешную карьеру и завоевать награды самых престижных чемпионатов. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.